Хочешь купить топовый аккаунт в BSS по низкой цене, да к тому же еще с огромным количеством робоксов на балансе, которые ты сможешь потратить в любой игре в Роблоксе? Да и к тому же, эта группа уже работает больше 2 лет, так что переходи по ссылочке в описании, также будет ссылочка еще в комментариях. Так что всем приятного просмотра. И всем здорово, с вами Костик, и сегодня, ребят, я вам расскажу, где и как достать мистические яйца. Вы меня просили в личке, чтоб я заснял этот видос, повторился еще раз, где их доставать. Надеюсь, то, что тебе понравится этот ролик, ты поставишь лайк, напишешь любой комментарий, также подпишешься на мой канал. И да, ребят, я понял то, что вы не хотите, чтоб я снимал читы на какие-то игры в Роблоксе, хорошо, я перестаю, но также, если вы опять попросите, мне будет не тяжело заснять этот ролик. Ну давайте же пойдем посмотрим, где можно добыть яйца, чтобы вы понимали. Можно добыть мистическое яйцо, точнее выбить с любого моба в игре, с любого босса в игре, запоминайте. Также можно еще, выполняя квесты у Браунбира, то есть у коричневого мишки, вы получаете за 125 квест себе мистическое яйцо. Походу все, ребят, потому что смотрите. Первое, это мини-мобы, то есть вот эти мобы, которые тут находятся, с них выпадают яйца, но с маленьким шансом. Чаще падает это с Вири Вольфа, также с боссов. С каких боссов чаще всего падает, это у нас туннельный медведь, улитка и также скраба, но с мега маленьким шансом падает именно скраба. То есть это является последними способами. Но если вы заходите во время ивента и смотрите это видео во время ивента в симуляторе пчеловода, не знаю, может оно продолжится, но мне что-то кажется, что будет продолжение. Вы можете купить вот здесь его, вот видите, Mystic Egg. Вы можете купить его в этом магазинчике также. За квесты выдают также, если вы в начале, то есть вы еще не сильно развиты, вам выдают в таких квестах, вы за 25 квест получаете у этого медведя Mystic Egg. Также вы можете еще с Мондо Чика получить этот же мистическое яйцо, то есть сейчас вам покажу. Бежим сюда, вот в этом Мондо Чик, давай, давай, давай. На беззвончатый врубаем, именно во время видео позвонили. Ну это люди сверху звонят, да, то есть вот у этого Мондо Чика вы можете выбить за 50, если вы убьете 50 таких команда чиков, вы получите мистическое яйцо. В общем, это, ребят, все способы. Если вам понравился ролик, то подписывайся на канал, ставь лайк. Ну и с вами был ваш Костя Пау-Пау. Пока-пока.